Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать Project Zomboid. Это история Джона. В прошлой серии мы приехали, я не знаю даже, как это придорожное поселение называется. Приехали мы сюда, его подлутали. Осталось тут у нас несколько зданий. Мы их добьем и поедем дальше в наше замечательное, изумительнейшее путешествие. Вот. Так, начнем вот с этим. Подожди, эти домики... Нет, их я не лутал еще. Нет, 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 нет. Так, двери открыты, хорошо. Зомбуча застряла. Да, там есть такой момент с этим домом. Что тут такая херня происходит? Так, бокальчик для вина? Нет, нам такого не нужно. Так, вот это. Вот это нам нужно. Разбирай. Курсы первой помощи можете себе оставить. Разбирать двери не надо. Так, что нас ждет на втором этаже? Я уже, в принципе, я знаю планировку этого здания. Так что тут как бы ничего полезного, может быть, и не появится. Ну, вот видите. Ну, хоть залутали этих приколдесов немножко. По опыту электрики. Так, это двери. Я понял. Как же хорошо, что у меня с топор есть топор. Открывай, зараза. Сколько хп у этих дверей? Жесть просто. Синогоблин. О, по-моему, вот эта вещь сишка, она тоже уникальна по-своему. Когда вы ее смотрите, у персонажа будет подниматься паника и стресс. Так, цепь. Не ожидал тебя увидеть, конечно. Так, и одно здание осталось. Паши его заберем. И зомбучи вот этих тоже заберем. На еду можно сказать, что нам не повезло. В этом месте. Особо тут еды я и не видел. По факту. Отдыхай. А и ты тоже отдыхай, голова дурная. Так, где кого чего? Я слышал, что там стекло где-то рэпнуло. Ага. Здрасте. Так, будут здесь какие-нибудь полезные приколы? Или вообще нихера не заспавнилось? Ни хрена не заспавнилось. Здрасте. Так, у нас в этом местечке буквально одно здание осталось. Угу. Так, все. Получается, что все, вот это здание осталось. Уж больно оно похожее на домик Боба и Кейт, кстати, сейчас увидите. Если я ничего не перепутал. Так, давай, давай, через кусты будем с тобой ходить. Отличная идея. Давай, добивай ты уже свой десятое короткорежущее. Я его ненавижу вообще. Играть с ним, наверное, самое печальное оружие из существующих. А в старых билдах было как раз-таки наоборот. Ножи были имбой. Самое что ни на есть настоящий. Нет, я перепутал. Перепутал, если что, по поводу дома Боба и Кейт. Прикольно.
И самому открывать не придется. Все? Трое? Я думал, вас больше там. Вы меня обманули. Это разбирай. В основную руку пистолет давай. Это сюда. Вот это выбрось. Выйдут из леса, как думаете? Есть сомнения? Ну, подождем. Выйдут, да немного, скорее всего. Так, давай вокруг дома обойдем. Никого. Тут тоже не вижу. Пусто. Так, и в здании в самом тоже. Чик. Кстати, если когда-то каким-то образом захотите добираться сюда, никогда не ездите по этой дороге. Вы настолько сильно устанете здесь ехать, просто не передать словами. Там зомбей, ну, примерно столько же, сколько и на шоссе было, но там дорога узкая. Ну, примерно вот такая вот. Поэтому просто прикиньте. Это, если что, они идут с этой дороги. Так что будьте начеку и аккуратнейше. На аккуратничах. О, болоньезы. Хоть какую-то еду нашли. Так, это разбирай. В ванной у нас, я, кстати, видел с улицы, там были антибиотики вроде бы как. Да, это они. Забираем. Что-то еще интересное здесь будет, кроме механического будильника. И нахрен ненужного шкафа на входе. Ну, фонарик разбираю, окей. Батарейка, кстати, там надкусанная, поэтому ее туда. Витамины ешь. Раз, два. Дальше вот эту штуку берем. Тараканыча ешь, кстати. Не пошел у нас тараканыч на рыбалку. Тараканыч у нас пошел в другую стезю. Показалось? Показалось. Такс. Сарайчик забыл чекнуть. На предмет наличия приколюх. Вот там еще, кстати, два додика стоит. Так, стопе, угольный мангал, молоток, деревянный барный стул. Ну, все получается. Теперь-то уж точно все здесь. Так, и куда мы с вами вместе поедем, товарищи? Может быть, сюда было бы, стоило бы съездить? Типа в Риверсайд, как будто бы в Риверсайд. Но что-то у меня, кстати, как-то не особо стоит на Риверсайд, честно говоря. Я предлагаю ехать в Роузвуд. Согласны? Поехали, получается, если согласны. Ох, ни хрена себе, здорово. Ладно. Ладно, оставим здесь свой след в историю. Здесь был мясник. Еще, может быть, кто-то подойдет. Да, вот. Как-то меня обошли эти толпы, непонятно. Вроде из дробовичка стрелял. Хотелось бы, наверное, чтобы эти дробовики погромче были бы. Но что-то как будто бы не судьба, да?
Так, и что, все? Все получается, погнали за машиной. Нам нужно отсюда повыкладывать лишнее. А что здесь лишнее? Ну, сварочная маска, наверное. Нахрена она мне висит на рюкзаке? Так, отсюда. Выкладывай все. Так, это убрать из избранного. Одну пачку распаковывай. Остальное сюда. И вот зачем-то, почему-то он выложил мои патроны. Гад. Так, убрать из избранного, добавить в избранное. Это тоже вот так достаем, выкладываем, убираем с избранного, добавляем в избранное. Все, можно ехать. Ничего себе, там пачка стоит. Стормозим. Это, кстати, был последний поворот, и там дальше уже будет Розвуд. Стоять, идите-ка сюда. У чувака там много приколюх разных интересных. Сумочка вон у него еще красивенькая. Так, очки надо в зомбю какую-нибудь спрятать. Так, и давай-ка посмотрим, что же у вас здесь есть интересного. Винтовка мне не нужна. Винтовка R1022 тоже оставь себе. Револьвер нам не нужен. Патроны россыпью забираю. Подожди, там еще что-то есть вкусненькое. Вяленая колбаска, это мне. Это, кстати, мне. Это мы уберем. Так, бутылку воды эту обратно сюда. Так, туристический рюкзак обратно складываем. Так, и я не посмотрел электрику. Разбирать у этих голов нечего. У этих есть. А у этих нет. У одного из них только часы были. Вот поэтому он и был у них в группе. Неплохо заспавнились, кстати, реально. Так, ну вот мы возле Роузвуда. Потому что, как я понял, сможете догадаться, наверное, и без моей подсказки. Вот мы к Роузвуду подъезжаем, а тут уже зомбей. 30 тысяч. О, нифига себе, в поворот зашел бочком. Сейчас остановимся на заправке. Ух, нихрена себе. Вот это то, чего я ожидал здесь. Остановимся на заправочке и поработаем чуть-чуть, получается. Поработаем чем правильно? Добьем уже такие. Вы уже все устали, как и я, от этого короткого режущего. Но... просто дело в том, то, что надо. Я потому что я так чувствую, что надо. Бля, там уже не так много опыта осталось. И потом подключим дробовик и уже нормальным оружием будем воевать. Это надо запечатлеть. Посмотрите, какая красота. Это просто жесть. Я собой доволен, как минимум. Ну, типа, огнестрельное оружие, оружие ближнего боя, все десятое. Полностью. Прощай, тесак для мяса, я тебя всегда ненавидел. Теперь работаем действительно нормальным оружием. Куда ты там уходишь, жижа? Вернись. Так, ну по вам двоим стрелять такое себе. Возьмем вкуснейшую катану.
О, с дороги наконец-то идут. Сейчас они будут поджимать со всех сторон здесь. Найс. Найс. Так, кто-то в ползуна, видимо, превратился. Давай, наверное, сюда подойду. Угу. Это то, чего я очень долго ждал. Вот таких вот толп. Главное не завафлить. Точнее, не провафлить. Моментик. Вот такие вот, которые подходят так вот в упор. Маньяк в Роузвуде получается, да? Тихо будьте. Не-н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 е
Люблю, когда так. Так, сзади. Сзади есть, но там... одинокие жижи. Угу. Угу. Отлично. Блин, интересно, когда я ехал в Роузвуд, точнее, когда я заехал в Роузвуд и еще пока не убил никого, какое количество зомбей было? Просто будет интересно сравнить с того момента, как я заехал в Роузвуд и когда я выехал с Роузвуда, сколько тут зомби было. Я просто... я сейчас об этом говорю, я потом, когда это монтировать буду, а монтировать я это буду через неделю примерно, я забуду нафиг. Обратить на это внимание. Так что давайте с вами такой микроинтерактивыч в чате сделаем. Боньк. И боньк получается. И еще раз боньк. Да, я этот коммент закреплю, наверное, потом даже. Чтобы было лучше видно. Так, Замбуча, привет. Адихай. Ну, как-то вроде и потише стало чутка, да? Ну, наверное, да. Кстати, интересно посмотреть, что у меня здесь. Так, у меня места еще осталось достаточно, но у меня минус 68 килограмм. Самого багажника. То есть его можно было бы починить. Только у меня пропановой горелки нет. С собой. Потому что я не брал, по-моему. Да не по-моему, я ее точно не брал. Ладно, найдем здесь. Тут понятно. У тебя что есть интересного? Вставные наушники. Это разбираем. И что самое немаловажное, мы здесь будем делать вот так. Взять части двигателя. Забирай. И в рюкзачок их складываем. О, 10 штук сразу. Нормально. Сразу плюс 10% считайте. Для починки. Нашли. Так, разбирай двери. Катану в руки бери. О, еще радио. Кстати, мы тут заночуем.
Тут есть на втором этаже жилое помещение. Поэтому здесь мы и останемся. Вот, заодно и покушаем. Чипсиков покушаем. Еще чипсики. Бля, родной, ты будешь толстый опять. Ты ж не похудел нихера. Давай лакрицу еще сверху. Добьем. Так, тут на кассе ни хрена не заспавнилось. Вот тут меня склад интересует. В старых версиях на этом складе, кстати, можно было найти дробовик. В новых версиях уже такого... такого счастья не сыщешь здесь. Так, лампочка. Еще канистра. Кстати, две лампочки. Почему бы, собственно, не поменять в своей машине лампочки на новые? Заодно проверим, зомби есть здесь еще или нет. Да, у меня пары вшатанные максимально. Так, устанавливай соточка, устанавливай соточка. Отлично. Эти лампочки зомбуча какому-нибудь отдадим. Захлопывай. Кстати, движок не посмотрел. Можно было и движок починить, наверное. Но это ладно. Это ладно. Пошли на второй этаж. Здесь окно выпито, а почему? Шоколадочка. Это сюда. Чиназес. 7,62 патроны. Зимняя куртка. Ну, зимняя куртка мне не нужна. Не думаю, что этот год я доживу до конца. Есть у меня сомнения. Так, это разбирай. Так, вот здесь мы будем ночевать. Здесь закрываю окно и пошли в ванну. Пошли в ванну. Зачем мы пришли в ванну? Для того, чтобы умыться да помыться. Так, не хватает. Ага, здесь ванна. В ванной не прописана водичка. Окей, на кухню возьмем. Умыться. Так, не видно ни хрена. Так, здесь я был. Сюда мы заходим. Ложимся спать. Катану в руки возьми, на всякий случай. Начало положено. Да будет зачистка Роузвуда. Так. Вот это помечаем. Сюда я даже не пойду, потому что там... как его? Прачечная. Надо будет забежать на СТОшку. Ой, не прачечная, блядь, туалеты. Господи. Тут даже разбирать. А, есть что разбирать. Все, отмена. Отмена. Да и умыться здесь тоже можно. Давай-ка тогда закроем. А то он уже очень давно не мылся. Надо это дело исправлять. Так. Вот так вот. А, тут закрыто, окей. Окей. Ну, окей, как скажете. Здравствуйте, зомби. Как ваше настроение? С добрым утром. Скажите, жили вы себе спокойно 8 месяцев 24 дня? Ходили, бродили, гуляли. Пришел гад. Начал тут катаной махать с дробовиком. Стекла вон бьет. Гадость, одним словом. Угу. О, книга. Что, ребятки, играем в Tower Defense вместе с вами. Почему бы и нет? Так, тут опасный... опасное местечко. С этими туалетами. Будь они неладны. Все. Мы теперь чистенькие полностью. Так, тут у нас спецодежда. Но она меня не интересует. Меня вот интересуют... меня интересуют вот эти... о, подвеска. Целехонькая. Вот стандартная.
Цепь. Так, еще осталось здесь. Вот здесь две спецовки. Я тебя слышал, жижа. Так, с этим местечком тоже разобрались. Кстати, наш кораблик давай пометим, а то я же забуду. Кстати, там я его удалил. Нормальный путь я проделал за одну серию. Погнали посмотрим, что же нас здесь ждет. А ждут нас зомби здесь. О, кстати, машинка тяжелая стоит. Пойдешь на донора, жиж. О, спиф. Шо ты, голова родная? Только не говори... Нет. Бля, жалко. Ладно, я заберу. Я заберу этого спифыча, я, наверное, одену этого. Не манекена, как эта херня называется? Пугало. Спифыча одену. Здорово. Всегда мечтал вот так сделать, смотрите. Вкусненько, да? Сладкий звук получился. Слушайте, тут очень много машин под разбор. Тут я, кстати, автомеханику 10-ю, думаю, докачаю. И доноров наберу. Вон, смотри, сколько спифыщей целых стоит. Не думаю, что там прям на 100%, но anyway. Ну, кстати говоря, сейчас мы здесь еще зайдем, посмотрим, может там бимба какая будет. Так, я вас понял. Тактическое отступление. А.К.А. отрицательное продвижение с ТП. Сюда. Сучара поганая, а? Не дал забрать. Я по три валю. Нет, надо по четыре. Подожди, где дробовик? Сюда его. Так, давай его возьмем в обе руки, попробую. Ой, какая вкусненькая штука, еще и на 7 патронов. Ой, вкусненько. Перезарядочка 10-я, топчик. А я хотел R1.87. Примерно с подобной темкой. Видите, тут проблема в том, то что он поломается рано или поздно. Плюс он клинит. А двушки не клинят никогда. Ну, я поиграюсь, я его брать, наверное, не буду. Чутка поиграюсь, да и выброшу. А давайте я вам попробую. Закрыто, да? Обе закрыты. Поиграюсь до выброшу. Ну, все, можно выбрасывать. Ну его нафиг. Он три цели в максимум в таргет берет. У нас патронов, скажем так, не так уж... Не чтобы уж миллиарды. Так, отдыхай. Вот, вот эту херню я хотел посмотреть. Сколочная бомба, бечевка. Забирай. Аэрозольная дымовая шашка. Ну, там еще вкуснейшие были. Желейные бибы. Кушай.
приятного аппетита получается. Кстати, может она с ключами? Давай проверим. Без ключей? Ну, я могу взломать в случае чего, но... Честно скажу, я не фанат этой херни. Плотницкий топор можете себе оставить. Спифандополыча отвертка лежала. Что по состоянию? Вы посмотрите, какая песня. Вы просто бери и разбирай на запчасти. Тут еще даже в спифыче топливо есть. А мы сюда за кепчуками и за пустыми красивыми кружечками уникальными зайдем. Так, этот кетчуп я не достану, да? Здорово. Гадость. Так, еще кетчуп. Так, а вот эти шляпы разбираются или нет на электрику? Да. Да. Очень хорошо, что они разбираются. Так, это 100% под разбор. Колодоси фарш. Больше ничего. Горчица. Сюда ее. Бумажные салфетки можете себе оставить. Так, промышленные эти вытяжки. Разбирай. Слушайте, нормально опыта по электрике там уже, наверное, всыпал. Еще половинка. Еще понадобится половинка того же. Так. Ну и все получается здесь. Конкретно спифыча я залутал. Погнали пиццерию посмотрим. Налутаем муки, если будет. Опять же. Так, надо перезарядиться. На случай важных переговоров. Пон. Так, вот это разбирай. Вот это разбирай. Вот это разбирай. А, это газосварка нужна. Вот это сюда. Так, и все. Здесь больше ни хрена. Не говорите мне, что здесь вообще, в принципе, можете говорить, можете не говорить. Ничего нет. Тут нечего лутать. Кусочки пиццы, они уже 3000 лет назад загнили. Там уже новая жизнь зародилась. В принципе, можно заканчивать на сегодня. Большое всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.